Добрый день, меня зовут Михаил Церковников. На моей следующей лекции мы обсудим прощение долга как основание прекращения обязательств. Будем обсуждать его в контексте соотношения с договором дарения и с запретом дарения между коммерческими организациями. Попытаемся понять механизм осуществления прощения долга. Я думаю, это будет достаточно полезно и интересно. Смотрите на видеоконсультанта.